Дорогие друзья, всем привет! У меня в руках листовой полипропилен. Примерно такой же, из которого делают трубы в наших домах, по которым идет горячая и холодная вода. Сейчас мы будем пробовать на нем теснить. Теснить будем паяльником и на прессе. Попробуем сначала паяльником. Так, вот такой у нас клише небольшого размера. И пробуем сначала на белом. Вот он плавится, да. Так, сейчас давайте поближе сделаю. Видно что-нибудь? То есть, да, получается, но очень он за края заплывает, и это не есть хорошо. Сейчас попробую сделать оттиск, чтобы поменьше заплывало. Опа, чуть-чуть приложился, получилось немного лучше. Вот так видно. Так, попробуем сделать на... Мне еще кажется, что температура слишком высокая. Я его сейчас выключу, чтобы он остыл. И сделаем испытание еще раз, чуть позже. Сейчас пока будем делать испытание на прессе. Так, взяли клише с мелким довольно-таки текстом. Я вот думаю, лучше покрупнее взять. Ну ладно, попробуем сначала с мелким. Посмотрим, что у нас получится. Температуру настроили на 120 градусов. Так. Прессом, скорее всего, получится нормально. Так, давим. Смотрим. Так, что там видно что-нибудь? Да, прессом получается все хорошо и не и меньше гораздо заплывает эти вот элементы. Немножко видна грязь, но, видимо, клише просто грязное было. Так, попробуем прессом сделать на зеленой. И возьмем другое клише, где текст покрупнее будет. Так, пробуем. Так, ну я на самом деле мало подержал, можно было побольше, но уже результат есть. Вот, то есть текст читается, вдавливается. Так, у меня еще есть желание попробовать сделать с фольгой. Как раз клише у нас приклеилось, потому что на нем был раньше клей. Сейчас мы попробуем с фольгой, что у нас получится. Так. Смотрим. Да, получается неплохо. Ну, здесь не пропечаталось, нужно клише центровать. А так фольга ложится на этот материал замечательно. Можно попробовать еще раз с другой стороны. Смотрим. Да, сейчас получилось почему-то хуже. Может быть, поверхность чем-то уже заляпана, она должна быть чистая. Либо я не додавил что-то.
еще раз попробую. Ну, на самом деле, если все настроить, то фольга должна ложиться на этот материал хорошо. Судя по первому оттиску. Температура у нас слишком большая на прессе. Она у нас сейчас 130 градусов. Для фольги, по идее, температура должна быть меньше. Так, смотрим еще раз. Ну да, где-то ложится, где-то нет. Возможно, это из-за слишком высокой температуры. Так, что у нас с паяльником? Немножко остыл. Попробуем на зеленом сделать. Опа. Да, на зеленом получше гораздо видно. Вот такой получается оттиск паяльника. То есть паяльником, если делать, то большого усилия не надо, да? Получается? Да, там совсем чуть-чуть. Ну, если он еще остынет, еще больше остынет, то можно настроить температуру так, чтобы она была вот там, не знаю, градусов 100, может быть. Тогда можно посильнее надавить, может быть, тогда более качественно сделать. Потому что когда мы резко делаем, то мы не можем сделать его более-менее ровный. Ну, то есть лучше настраивать так, чтобы подольше нажимать, чтобы меньше, может быть, расплывалось. Ну, давайте подождем еще, пускай остынет паяльник. И еще раз попробуем. Так, мы сейчас убавили температуру на паяльнике. И пробуем еще раз делать оттиски. Так. Пробуем. Раз. Ну, на самом деле получается примерно то же самое. Ну, мне лично не нравится, что вот эти вот края заплавляются, и это некрасиво. Прессом, благодаря повышенному давлению, можно сделать лучше качество. И у нас еще температура пресса уменьшилась до 110 градусов, до оптимальной рабочей температуры для фольги. И вот мы сейчас еще раз сделаем испытание. На самом деле, я вот сейчас смотрю, вот этот ПВХ, он для фольги не очень подходит, потому что он очень неровный. Вот. Если был бы ровный, то на нем можно было. Но все равно сейчас испытаем. Опа. Как бы те поверхности, которые более-менее ровные, на них получается. Попробуем без фольги сделать. Сейчас я надавлю и подольше подержу при температуре 110 градусов. Но мне кажется, без фольги надо больше, где-то 120 делать. Так, смотрим. Да, без фольги получается очень хорошо. Но это вот просто из-за того, что неровная поверхность. Еще раз попробуем на белом пластике паяльником. Так, ну вот так получается. Края заплывают. В принципе, это рабочий вариант, чтобы показать, допустим, кто вы, допустим, ваш логотип или дату изготовления. Но как продавать, допустим, сувенирные изделия этим способом, мне кажется, будет не очень хорошо. На этом все. Спасибо за просмотр и пока.